Слышите, девочки? Это гудит плита. Поставила варить кусок свинины. Но пока свининка у меня варится, бульончик, я тем временем потрапезничаю. Чаек с лимоном. Вот такой вот шикарненький салатик. Легонький, на оливковом маслице. Много-много семечек. Тут тыквенные семечки, подсолнечные семечки, семя льна и два вида кунжута, черный-белый, господи, забыла. Ну и два кусочка мяска. Вообще тупая. Это не мясо, это рыба. Два кусочка жареной щучки. Все собрала. В общем, вот так вот скромненько. Я пока поужинаю, пока у меня варится бульончик. Девочки, мальчики, кто кушает, всем приятного аппетита. Смотрим. Посмотрим, что за патчи. Спасибо, что выбрали нас. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. И сайт. Так, вот такие симпатичные патчи. Сейчас мы их, так сказать, затестируем. Ой, ну очень красивая коробочка, конечно. Ну все как обычно. Патчи, ложечка. Надо почитать, от чего они. Точнее сказать, какой они несут эффект. Но это я потом прочитаю, потом расскажу, потому что я ничего не вижу. Так, ну что, проверим, такие же, нет? Или другие? Ну, девочки, точно такие. Видимо, я заказала две штуки. Вот. Абсолютно одинаковые. Это пока открывать не буду, а этой начну пользоваться. Ну, а с авокадо я их покупаю регулярно. Наверное, уже раз 5-6 я их покупала на Валберес. Они меня устраивают абсолютно. Сейчас проверим, что здесь. Да, точно такие же, как и у меня в холодильнике. Все то же самое. Будем омолаживаться. Надеюсь, что что-нибудь да поможет. Hello, девочки, мальчики. Смотрите, у меня сегодня как. Патчи в два ряда. Это я сейчас просто зубы чистила и набрызгала, поэтому они так задрались. А так, видите, как аккуратненько было. Вода попала, короче. Сейчас оденусь, выходить буду, сниму. Так, сегодня у нас среда, среда, среда. Я пошла. Я пошла на улицу гулять. Гулять, гулять, потому что там всего лишь 8 градусов. Настроение такое, знаете... Сейчас смотрела эти видосы, и там это будет самый лучший год. Та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та. Ну, господи, фу-фу-фу не сглазить. Дай бог бы не хуже, знаете. А так ничего нам не надо, никаких улучшений не надо. Все, пусть останется как есть. Ну, знаете, минус 8, поэтому я опять в капроны. Не могу я, мне жарко. Пойду сегодня в беленьких дутышах. Хочу одеть барашка номер 2. Барашек номер 1 у меня белая короткая. Барашек номер 2 у меня длинная с белым махом. И барашек номер 3 это последняя. Номер 2 сегодня одену. Дела у меня, дела. Я же деловая женщина. Мне надо отнести банки. Вот соленья я съела. Чтоб мне еще новые привезли соленья, варенье. Не, варенье я не, мне не надо, я его сама варю. Сейчас у меня 3 пачки патчей за месяц улетят, потому что я решила, что еще бы вот лежа надо, еще вот на эти места накладывать патчи. Но это лежа. Ну да ладно, куда еще краше-то? Ну, куда еще? Знаете, как натягивается? Ну, вот эти вот, кстати, вот это патчи, которые золотые.
они тонковатые. Вот которые киви, те прям поплотнее. Они прям вот, у них такой лифтинг-эффект, знаете, прям такой. Эти помягче. Ну, нормально, нормально. Все, пошла я. Некогда мне трепаться, пошла я одеваться. Кстати, хочу на маникюр записаться, что-то он мне надоел. Все-таки темные ногти не мое. Свой любимый красный. Не знаю, когда еще. Ну, пока еще как бы, ну, уже хотя бы, видите, отрастают как. Вот еще недельку похожу, и надо записываться. Все. Адьос. Девочки, клиент готов. Конечно, сюда лучше подойдет белая шапка. Но я же волос покрасила, а мне все время жарко. У меня так потеет голова. И я все шапки боюсь покрасить краской. Ну, чисто белую. Где я? Поэтому я одела, какую мне не жалко. Да мне, в принципе, и никакую не жалко. Просто вот одела, да и все. Тут же тоже есть бежевые вставки. Все. Наконец-таки я собралась. 2 часа я собиралась. Пошла я. Ну, прогулялась, девочки. Зашла в магазин. Магазин. Купила себе пирожок самсу. Костян сказал, не хочет, а я захотела. Хотела дорогой съесть, но думаю, да ладно, до дома, она прям горячая. До дома дотерплю. Взяла Костяну вот такие йогурты Савушкин. 6 штучек йогурты. Так, ну, естественно, девочкам 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11... 11, короче, не знаю сколько. Штук 15 взяла им корма разного. Помидорчики. Потом что? Костяну взяла рыбку, форельку по скидке. Посмотрела у нее до 24.01. Но это нам на раз съесть. Вот взяла 2 упаковочки. Рыбки, форелечки. Купила, значит, Константину, чтобы яичницу жарить. Бекончик. 3 упаковочки. Дальше бутылочку подсолнечного масла. Бумагу такую дешманскую. Это, знаете, я... Какашки из лотка я убираю в унитаз кошачий. Так, бумажкой раз, и в унитаз и смыть. Дальше себе пачечку творога. А, белизну. Не могу я, мне нравится белизна. Я пол мою, добавляю вот этот запах хлорки. Прям люблю. 3 пакетика горчичного майонеза. И вот такую штуку себе. Какая-то аппетитная закусочка. И вот такая морковочка. И усё. И это вышло. 1900. Ёб твою мать. 1900. И сейчас еще Костян пойдет. Мне нужно купить макарошки, я тебе сказала, да? Виток. Потом большую банку кухмастера. Пекинскую капусту. Килограммовую томатной пасты, пекинскую капусту и шницель. Да. И шницель. 1, 2, 3. Ну, посмотрим, позвонишь. И если пойдешь в ту пятерку, вот этот я купила по акции, горчичный. Мало, что ли? Я его так люблю. Ну, посмотрим, короче. Все. Надо мне кормить животных и хочу сама съесть свой пирожок с чайком. Девочки, смотрите, у меня кактусик вот этот вот новогодний начинает зацветать. Все купил? Да, все, что надо. Ой, что ты много, я приперла столько, и ты столько же. Так, девочки, вот это самая вкусная томатная паста, кухмастер.
самое лучшее. Я всегда беру большую, килограммовую, потому что я ее люблю. Я даже могу просто помазать на хлебушек, посолить ее, положить сверху кусочек колбаски и сожрать с чаем. В общем, вот эти макароны тоже самые вкусные. Виток. Ну, Костян мне купил пекинскую. Каждый день я жру пекинскую капусту. Каждый божий день я съедаю. Я вчера в 8 вечера сделала салат с капусты и все съела. Представляете? Так, вот эти вот макаронцы, Костян на них подсел, очень вкусные. Ну, а это шницели для макарошек. Все? Все. Теперь надо... А ничего не надо. Теперь я пойду полежу. Ничего варить не буду. Полежу. Так, девочки, на ужин мы будем делать гёдзы. Гёдзы – это такие япошки. Пельмешки-япошки. Что у меня здесь? Свинина, фарш. Мелко нарезанные грибочки. Вот. Потом, значит, салат айсберг. Мелко-мелко нарезанный. Вот видите? Петрушечка. Соль, перец, приправки. Все, я сейчас вот это все тщательно перемешаю. И вот этот будет у меня фарш для пельмешек. И будем лепить пельмени. Лепить и сразу варить, сразу кушать. Вкуснятина вообще неимоверная. Так, фарш готов. Так вот он выглядит. Видите, какой вкусненький. Так, пельмени для тунеядцев. Это вот эти вот. Для тунеядцев. Тарелочка для них готова. Кастрюлечка с водой готова. Будем лепить, сразу варить. И тут же поедать. Красота! Так, девочки, гляньте. Лепота. Лепота. В общем, с одной пачки пельмешек. Ну, я думаю, что их все покупают. По крайней мере, многие. Их никогда в магазине нету. С одной пачки пельмешек получается 60 штучек. Пачки теста. Да, с одной пачки теста. Вот так вот водичкой краешек смачиваем. Ну, кого я учу, все дела их, наверное, делают. Все, загнуло. Единственное, что я не могу из-за ногтей сделать красивый вот здесь вот зажим. Ну, знаете, как красиво зажимают там, кудрявенько. Это мне просто из-за ногтей. А так, красотища. Все, вырубай. Девочки, same moment, и все готово. Единственное, что мы, как всегда, у нас вечно что-нибудь. Мы забыли купить соевый соус. Их очень вкусно кушать с соевым соусом, эти япошечки. Ну да ладно, что делать? Буду есть с майонезом. А здесь я себе открыла вот эту вот вкуснятину. На батончик буду мазать. Вот так вот. И кушать. Чаек еще не согрелся, но терпежу нет, поэтому я трапезничаю. Кто кушает, всем приятного аппетита!